Хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу модный партикл для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем игре появляется настоящий партикл. И да, друзья, автор этого мода обновил данный мод, и теперь в нем очень много разных функций. И автор этого мода выслушал меня и добавил новые функции, которые я и вправду хотел. Ну что, чтобы вызвать это меню, вам нужно писать вот такую команду, после чего появляется меню, в котором как раз происходит вся функция данного мода. Друзья, ну, здесь очень много эффектов, и чтобы эффект следовал за вами, вы должны нажать на эту кнопку, после чего все эффекты будут ходить за вами. Но также здесь есть и русский язык, который вы можете также, друзья, выбрать в настройках. Но это просто суперски, я не знаю, что сказать. Автор большой молодец, который обновил этот мод и сделал его просто классным. Да, это просто зашкаливает, друзья. Обновление, просто супер обновление. Ну, давайте, наверное, еще попробуем, к примеру, вот такую зелень. Да, что еще может быть классней? Я не знаю, друзья. Это просто жесть. Это просто классный мод, который просто начинался с нуля, друзья, и стал теперь вот таким классным модом. Но, конечно, для этого мода вам придется иметь мощное устройство, потому что FPS, конечно, немножко просаживается. Но если будете играть целиком на плоском мире, то все будет, конечно, нормально. Друзья, сердечки. Что может быть с бесконечных сердечек? Это же просто няшно. Это просто классно. Но также можете сделать режим, в котором все эффекты будут происходить с помощью одной штучки. Но какой штучкой делать эффекты, я скажу немного позже, друзья. Ну, это у нас, друзья, конечно, палочка, которую вы берете, и теперь вы можете распространять вот такие эффекты. Автор этого мода обновил, да, обновил вот свой мод и добавил вот такую функцию, что теперь все эффекты активируются с помощью данной обычной палочки. Но теперь мы совершенно обычные злые жители, что довольно классно выглядит. Ну и все, конечно, лучше смотреть от третьего лица. Ну и можно, конечно, смотреть от режима селфи, как называют некоторые. Но это очень классно. Я не буду, друзья, конечно, повторяться, но все же очень эпический мод. Ну, здесь есть также кубики, и квадратики, и всякие такие штучки. Вы можете сделать так бесконечно, пока вам не надоест. Но, к сожалению, друзья, ваши друзья этого не увидят. Да, но все же мод очень классный, который мне понравился с первого раза. Как видите, обновление мода выходило довольно долго, но все же это заслуживает большого лайка. Ну и автор большой молодец. Я не знаю, почему он не написал свою фамилию, но все же он молодец, который сделал вот такой зашибенный мод. Ну, как видите, эффекты лава — это просто классные эффекты, которые даже от первого лица смотрятся очень классно. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. Все остальное вы можете посмотреть сами, перейдя в описание и скачать данный мод. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.